систем Discord. С вами Лорд Альтаир, и сегодня наконец-то последний уровень игры Marvel Битва Чемпионов, миссия Капитан Марвел. Ух, наконец-то. И можно отдыхать и придумывать, какое видео делать дальше. Я, кстати, хотел попробовать сделать пародию на песни делать. Например, в планах у меня пародия на песню Pegasus Device. Сделаю это пародию Бенди, пародию на Pegasus Device. Потом уже даже не знаю. Анимации как-то не очень идут, пока у меня нету своего компа. Был бы свой комп, видео бы выходили чуть ли не каждый день. Так, все загрузилось. Все, поехали. 6 кристаллов, неважно, всякая ерунда там в них. Итак, наш мастер, скрытый враг. Конспирация. Так, это не тот отряд. Нормальный отряд нужен мне. Да, да, давай. Или Анжелу взять. Да пофиг, давай Анжелу, потому что она хотя бы поможет с Хелой мне возродиться в последний момент и одержать полную победу. Ой, звук. Я про звук забыл. Я все еще пытаюсь собрать мозаику, но это место, где бы оно и не было, что-то со мной сделало. Расскажи мне о нем. Я начинаю понимать. Спасибо, что верил в меня, Фьюри. Вчера вас, психов, это часть моего контракта. А, вера в вас, психов, это часть моего контракта. Вера в вас, психов, это часть моего контракта. Радостно, что тебе уж получше. Мне удалось узнать, что приближаемся к лидеру этой группы скрулов. Идем со мной, мне нужна твоя помощь. Так... Финальный босс у нас Скрул Капитан Марвел, конечно же, будет. И мы используем усилки, которые повысят мою крутость. Так. Так, я конечно. Синутация, что она делает? Так. Так. Здоровье не надо. Вот это. Не. Вот это. Плюс 20%. Дальше выбираем оптимальный вариант дороги, чтобы собрать больше всего ресурсов. И самый оптимальный вариант, где здоровье. Здоровья нам много будет нужно. Красный Хульк. Против него пойдет у нас Электрик. Электрик. Электрон. Я же нанос. Ха-ха.
Так, в смысле, он нанес удар в воздух, и, блин, меня прибил. Я еще такого глюка не встречал. Удар в воздух и прибил. Вот вообще реально эта хрень была. Нет, давайте я лучше призайду, блин. Просто не хочется просто так тратить электро из-за глюков. Сейчас призайду-ка и... еще раз победю его. Потому что не хочется тратить и... персов, только потому что сглюкнула игра. Поскорее бы осьминога прокачать. Вот это реально будет жесть. Когда... Да-да, все это я все уже читал. Так... ну, электрик, конечно же, идет у нас. Поехали. Поехали, поджарим его, зажарим. Да, зажарили и побили. Вот теперь это прекрасная победа. Без глюков. Ненавижу глюки в играх, потому что они раздражают сильно. Так, едем дальше. И сразу информация у нас. Черт возьми, Фьюри, мои надежды, что ты облегчишь мою работу, не оправдались. Капитан Марвел. Ну, ты знаешь своих людей, не так ли? Возможно, даже слишком хорошо. Я не думаю, что это так, Кэп. А теперь ты преследуешь нас, словно гончая. Тут я не совсем разобрал. Итак, безопаснее путь будет возле магнита. Хотя и домино тоже не такой уж крутой перс, если так понять. О, осьминожка у нас использует усил. Против магнета на равных сейчас бьемся. Ну, не почти на равных, потому что... нет, все же чуть. Не смейте мне звонить, блин. Все звонят и мешают. Надо заблокировать номера, чтобы не звонили всякие. Да как же они меня бесят? Сейчас я забаню их всех, кто звонит. Вот, проехали. Сейчас не видео, сейчас все испортят, кто-нибудь мне там звонит. Так. Ладно, пошли дальше.
На чем мы остановились? Вот, поехали. И самый оптимальный вариант. Morningstar, спасибо, нет. Против вот этого чудака пойдем. Не так уж опасен. Против этого чудака пойдем, ведь не так уж опасен он. Череп и кости на моем пути. Но я смогу его обойти. Слабак, конечно. Разнесли его в пух и прах. Кто у нас дальше? А, этот пингвин, то есть кингпин. Короче, жердяй тот с деньгами. Кингпин, колобок. Вы, монстры, делаете то же самое с нами. И делали много раз в прошлом. На Земле, в космосе. Но что мы сделали здесь? Мы выживали, держались в тени. Нам ничего здесь не нужно. Твои слова пусты. Я здесь не для переговоров. Все чейнджинги одинаковы. Ради выживания, но на деле, понятно, с чейнджингами всем. Хорошо сказано. Без комментариев. Пингвин. То есть этот колобок против ночного змеюги. Так. Спасибо, что использовал свою первую атаку. А и больше используй первую атаку, так мне легко будет тебя одолеть. Спасибо, прямо помогаешь. Так. А, все, так он мне может не блокироваться. Хотя я мог бы и так его победить, но ладно. Рисковать не будем. Похоже, я сохраню сейчас всех своих персов. Всех своих перцев сейчас сохраню. И... Ну, конечно, Халк, потому что... У солдатика есть кровотечение, мы это знаем. Поэтому лучше брать. Электро побил красного Халка. Теперь Электро побьет зеленого Халка. Электро только Халк достается, видимо.
ловкости побили. Пошел ты, реально, блин. Ты будешь копить третью атаку? Спасибо, но я тебе раньше. Ладно. О, спасибо! А, да пофиг, он еще и оглушает. Стоп, а Халк вообще оглушал раньше? Вроде бы нет. Да меня Хела спасла. Ну, бац, меня оглушили, конечно. Ну, реально, вот это... Тут Хела даже не помогла с Анжелой. Ну, ладно. Самой Анжела, она как раз так слабенькая. Пусть хотя бы... Она будет бесполезна, конечно, против финального босса, поэтому... Это тут Халк слишком накачанный. Дух персов уже продул. Ладно, у меня куча оживлялок, куча зелий вообще у них. Еще вон сколько валюты игровой, чтобы можно было тоже закупиться. Реально там можно. 1000 жетонов. Это реально жесть. Брат там... Вот так. Осьминожка. Поджал ножку. Кто там дальше у нас? Эх, побыстрее. Найти тоже сегодня будет. Хотя я сейчас буду теперь со всеми финальными боссами. Музыкальное видео, ну, кроме самых простых из первых глав. О, Дэдпул! И, наконец-то, финальный босс, а я уже заждался. Осьминогар. Себе здоровье, потому что осьминожка запретил. Но не беда. Точнее, беда, но для тебя. Нравится мне вообще этот осьминог. Самый крутой перец в моей команде. Ну, еще есть, конечно, у нас Хела, который наносит просто невероятное количество урона. И финальная битва под музыку. Кажется, у меня нет выбора. Придется сразиться с тобой. Я собираюсь показать им, на что действительно способна Капитан Марвел. Вау. Не сдерживайся. Вот так они и побеждают, разделяя властвуй, но уже слишком поздно. Так,
Что у нас какие способности? Энергетическая чувствительность. Капитан Марвел генерирует дополнительные заряды энергии в качестве двух, когда она блокирует, получает удар или или активирует специальную атаку. За каждое ослабление защитник получает плюс 50 к атаке и плюс 15% скорости увеличения энергии защиты способник. Этот защитник более пассивен, умело применяет защитные способности вроде блока и уклонения. 10 энергетическими зарядами после активного дружного воспламенения капитан Марвел бьется более агрессивно. Да, вот это реально 6, похоже, будет. Чувствую, что у меня специальная атака 1. Ну, не суть. Музыка. Итак, музыка. Это было легко. Это что, был очередной жук, которого я раздавил? Реально, почему в последнее время финальные боссы это реально какая-то ерундовина? Ну реально, дохнут как мухи. Вот. Ладно, было, это реально была изи битва. Это снова был не босс. Это снова не босс. Как хорошо, что все это уровень наконец-то будет полностью исследован, потому что реально тут боссы это не боссы, это реально какие-то неудачники. И я этому очень даже рад. Хотя чейнджинги они всегда были... пролетными. Что же говорить про них? Еще ни один чейнджлинг нормально не победил. О. Кучу трехзвездных кристаллов наоткрываем. И тоже откроем, давайте. О, ну блин, это чемпион там был нормальный. Ну, ладно, призрак тоже ничего. Эх, ладно, на этом можно уже закончить. Можете выключать видос, я просто пока пооткрываю кристаллы. До новых встреч, с вами был Лорд Альтаир, и ждите новых видео, и прошу не отписывайтесь, пожалуйста. Потому что там человек 20 уже ушло, или